Когда произошли взрывы домов, у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. В дагестанском Буйнакске прогремел взрыв. Этажное кирпичное здание полностью разрушено. В Магнитогорске, где в жилой многоэтажке взорвался газ. Два взрыва прогремели этим утром в самый час пик московского метро. В Белграде на железнодорожном вокзале менее 2 часов назад прогремел взрыв. На 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали. И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку. Вот, завели уголовное дело с окраской терроризм. И начали искать террористов. И буквально через 1.5 дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже.